Алекс Монг, Classic Games, представляет. Архиважное средство борьбы мирового пролетариата. Согласен, Владимир Ильич. Итак, всем привет, с вами Алексей и канал Alex Monk Classic Games, и я продолжаю прохождение игры Владимир Ильич Ленин «Первая кровь». Забавная локализация от студии перевода Fargus игры Blood. Мы оказались в каком-то лабиринте, растительном лабиринте парки своего рода, и наша задача здесь пройти в особняк. Это он Ленина обжег. Кто это? Патрончики. Так, наша задача попасть вот сюда. Для этого нам нужен ключ месяц. Не помешал бы ключик. Видите, особняк. Это наша цель. Патрончики. Опс, я про них забыл. Я убью тебя, удочник. Что за память дырявая? Раньше же проходил. Патрончики. Так, еще один. Бежит. Патрончики. Ты падла, а? Так больно бьется, скотина. А, глюк с горением. Ничего, добьем. Хорошо. Где-то еще вроде горгулья. Вот она. И не одна там. Давай еще одна лети. Так, ну там секретного она показала. Я и так его помню. Ладно. Обычная броня, которая прибавляет по 50 к каждому виду брони. Пока не буду брать. Тихо. Тихо, как Шматко говорил. Ой! Так, тихо, там культист. Вон он. Патрончики. Поймал. Только здесь я не помню, зачем рычаги. Раз. Два. Где-то секреты открывают. Ну, вопрос где, я не помню. Патрончики. 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 Динамит. Смотрите, голова, которая как бы живая.
Это так, разработчики жути нагоняют. Голубчик. Так, вижу я куль. Вижу. Поймал. Так, вон там я вижу культистов. Давайте кинем динамитом. И для профилактики подальше. С отскоком от стены. Так, у меня кукловоду есть, давайте попользуемся. Важное средство борьбы мирового. Патрончики. Ой, что это? Ой, что это? Вот у него и был ключ. Ключик к светлому будущему. Патрончики. Вот опять смотрите, газолин, которого у меня пока нет. Напал мое оружие-то. Патрончики. О, сапоги, скороходы. Патрончики. Не помешал бы ключик. Угу. Патрончики. Патрончики. Так, там я помню точно кто-то есть. А, не закинуть что в эту дырочку. Тогда вот так вот сделаем. Блин. Я знаю, что вы ели на завтрак. Патрончики. Патрончики. Так, это мы сходили по кругу, возвращаемся. А вот открыли, где мы секрет-то. Патрончики. Это динамит обычный. И где-то еще, по-моему, было. Патрончики. Поймал. Поймал. Ой. Где горгулья? Тихо-тихо-тихо, она может ёбнуть. Извините за выражение. Подкрепились. Так, там культисты. Вон, вижу, стоят. На тебе. Держи. Подарочек. Понравился? Так это лежат детонаторы. То есть вот это оружие. Победил, ага. Тихо, да кто там? Это начало, по-моему, да. Кстати, я в прошлой серии вам не показал и даже не рассказал о том, какой альтернативный огонь у куклы Вуду. Так вот, вы же знаете, что такое магический пас рукой? Вот это есть такое движение круговое, получается, магическое. Вот той рукой, которой Ленин держит иголку, он делает около куклы Вуду магический пас рукой. Вся энергия куклы Вуду сразу же теряется, конечно же, и она аннулируется. Но зато, если у вас кукла Вуду 100%, не сейчас, как у меня 10%, а 100%, то этот пас рукой делает просто невероятный урон. И такой урон очень эффективен против каменных горгулий. Жалко, что этой куклы Вуду не было на боссе.
Давайте я продемонстрирую сейчас где-нибудь. Найду. Так, стоп. Не успею. Поймал. Страшненько! Ух ты, сука, тварь, блять, а. Ты столько шоу рассказывал. Показывал опять на смарку, да? Ладно, дохожу до суда, а потом возобновляю запись. Так, ну вот. Дошел до этого места. Так. Патрончики. Я начал говорить про альтернативный огонь тех видов оружия, которые вам еще не показывал. Ну, новые, которые появились только во втором сценарии. Ну, так вот, у куклы Вуду, вот я, кстати, сохранил при перепрохождении побольше, магический пас рукой. Не помешал бы ключик. Сейчас будем искать, куда идти дальше. Сейчас я буду вспоминать точнее. Не помешал бы ключик. Угу. Вот напоминает о начало. Так. Сюда, по-моему, надо. Я тебя вижу. Тихо. Подкрепись. Да блин! Суки! Да суки зажали! Мрази! И так горло болит, еще орать из вас тварей приходится. Извините. Так. Где еще у нас здоровье лежало? Вот. И я не взял, смотрите, обычную броню. Бронежилет. Напоминаю, дает 50% ко всем видам брони. Так. Так вот, время показать. Не помешал бы ключик. Время показать пас рукой. Подождите. Не помешал бы ключик. Не, мне сейчас голос вообще нельзя повышать, ребята. Не помешал бы ключик. Во, сюда же я шел. Так, подождите. Вот, собственно говоря, смотрите, альтернативный огонь куклы Вуду. Обратили внимание, он такой пас рукой сделал, и все. Кукла сразу закончилась. Так, это у нас... Как он называется-то? Аэрозоль. В общем, обычный огонь он использует как, ну, так, как огнемет. А... Альтернативный огонь, он срывает крышку аэрозоля, поджигает, такую огненную гранату как бы получает и бросает. Она падает, вспыхивает и все воспламеняются. Сейчас покажу вот так вот. Я убью тебя, лодочник. Блин. Я убью тебя, лодочник. Господи, зря кинул. Ну ладно, ради показа. Из этих бордюров гребаных, видимо, не получилось. Глазище, тут все просто. Нажимаете альтернативный огонь, Ленин и просто себе под ноги бросает. Например, бежит за вами преследователь. Вы от него убегаете, бросаете себе под ноги глазище, враг наступает на глазище и взрывается. Давайте, пока я говорю, поищем опять здоровье, ни хрена нет так. В общем, посмотрели, как альтернативный огонь у куклы Вуду и у аэрозоля делается. Не подумайте, что он неэффективный, просто... Около бордюров зря я начал кидать его, потому что эти бордюры блокировали действие огненного взрыва. Ну вот еще стоит отметить про альтернативный огонь вот детонатора. Также бросает под ноги, при этом можно левой кнопкой также и взорвать
как обычный детонатор. То есть в обычном режиме он его кидает прямо, как динамит, а в альтернативном себе под ноги, чтобы подорвать преследователя, успев, конечно, отойти на определенное расстояние. И, по-моему, вот смотрите, можно альтернативный огонь использовать для динамита каким образом? Просто поджечь и держать. Еще раз альтернативный огонь нажимаете, бросаете под ноги вот так. Отходите, он взрывается. Либо можно альтернативным огнем поджечь, бросить и подождать, пока взорвется. Такие вот дела. Блин, здоровья мало. Ладно, давайте поищем немножко. Надеюсь, не зря рассказывал. Так, давайте я прыгну при помощи сапог наверх. О, я взял беспредел. Тут лежал, видимо. А, вот здесь был, в окне. Так, надеюсь, был. Я тебя вижу. Кто орал? Ладно. Невидимость плюс беспредел. Давайте пока используем. Так. Тут рыба вроде. Я убью тебя, лодок. Успели немножко. Твари. Горгули. На тебе, блин. И чем тебя стрелять буду? А, ну вот так можно, динамитом кинуть в нее. Если метка попадет, то хорошо. Спускайся, блин. На. Порядок. Так, рыба там не добил, да? Ну давайте покидаем на всякий случай. Где, где, где? Не, у меня нет нормального оружия их стрелять. Потом вернусь. Патрончики. Тихо. Тихо. Молодец. Патрончики. Угу. Тулупчик. Да, тулупчик. Патрончики. Ой! Ни хрена их там. Хотя бы так вот. Альтернативным огнем из ракетницы. Блин! Твою мать, да твою мать! Баня, блин. Угу. Сауна бы еще написали, суки. Че, ребята, который уже третий раз переигрываю. Давайте доходим до того места, потом продолжаем. Гребаная локация. Так, ну что, вновь зашел. Тут даже одну рыбу убил, кстати. Ну, одна еще осталась, ладно, вернусь потом. Так, вот тут, по-моему, куча культистов. Этих альтернативным огнем, опять же. Опс. Вражины. Тихо. Ты как проскочил-то? Я думал, его дверь прижмет, он как-то проскочил. Молодец. Так, здесь мы не были еще. Вижу вражину. Еще одна вражина. Так, а тут у нас что? Бассейн застывший. С кнопочкой. Так, кнопочка открывает лед. Интересно. Вот,
Так, а там враги. Ой. Ладно. На. Если есть возможность устранить врага издалека, лучше этим воспользоваться. Так. Да блин, а, попал все-таки, тварь. Ой, тихо. Ой. Да блин. Держи динамит. На. На. Так, вот это можно взорвать лучше заранее. И вот это. Там тем более щель какая-то за бочкой, видите? Да поднимайся. Ушлепок. Че он не запрыгивает? Отсюда есть. Угу. Так, это мы куда идем? Ой! Это вроде та баня, про которую там. Ладно, чуть позже туда зайдем. Спустимся вниз. Вот тут джакузи. А на дне ключик. И аптечка. Хорошо. Так, пополним здоровье. Может, и рыбу добьем заодно. Так. Так, да-да-да. Броня. Так, рыба где? Сволочь какая! Блин, попадешь еще по ней. Все, молодец, попал. А, это только из-за этого, что ли, оружие? Ну, ладно, давай. Тихо. Да, это баня. Так, про куклу Вуду не забываем, если что. Так, здесь мы были. Это я помню. Патрончики. Мне их нечем бить-то, подожди, вроде как. Ведь этот. Давай динамитом. Да блин, кусаются, зараза. На тебе. Тихо, там кто-то был. Угу. Патрончики. Ключевое слово был. Только идиоты. Ага. Ой, тихо. Это. У меня же аэрозоль есть. Патрончики. Так. Я тебя убью. Ребята, я все-таки использовал эффективно альтернативный огонь у, как он, у аэрозоля. Отлично. Классно разваливается. Тулупчик. Ну и пасом, конечно, мне хочется кого-нибудь устранить. Тем более, вот видите, есть кукла Вуду под замену. Давайте попробуем.
патрончики. Архиважные средства борьбы мирового полиглиана. Согласен, Владимир Ильич. Здесь их уже валил. Здесь дыру пробил. Это я помню места эти, да-да-да. Так, огонь не сгоришь, да? Тут ничего нет, я не знаю, зачем сюда заходить. Ой, мышки. Блин. Еще не хватало на мышей тратить динамит, блин. Банчики, будем считать. А где тушитель разнес стену? Не ешь мыло. Ну, естественно, кто мыло ест? А вот это душевые, видите? Действительно своего рода баня. Так, автомат Томпсона. Или Ронами. Архиважное средство борьбы мирового пожарителя. Диск. Патрончики. Патрончики. Ладно, за куклы Вуду потом вернемся. Сначала я покажу альтернативный огонь. Так, еще раз. Так, ну ключи мы, я так понимаю, все необходимые взяли. Идем туда, где еще не открывали двери. Так, вспоминаем, где не открывали еще. Ну, вот здесь, наверное, последний. Ну, это, ребята, уже выход. Не, закрывать не надо. Все не открываются. Так, сохраним в этом месте. Я хочу, знаете, как посмотреть, сколько мы врагов не добили. Если всех, то возвращаемся за куклой Вуду и пополняем ее. Если нет, то найдем и используем пас рукой магический. Ну, то есть альтернативный огонь. А вот 105 из 101. 101 из 105. Давайте поищем. Тем более секреты не все 1 из 5 всего. Давайте запрыгнем наверх. Тем более вот где секреты лежат. Вот не беспредел. Что-то мне кажется, мы тут никого не найдем. Весь же лабиринт ведь исходили вдоль и поперек. Нет, по-моему, всех перебили уже. Здесь даже рыб перебили. Здесь точно никого. Ладно, нет, так нет. Еще раз покажу, как выглядит пас рукой. Альтернативный огонь куклы Вуду. Смотрите, очень эффектно. Кстати, я ошибся. Смотрите, не вся кукла Вуду потратилась, а просто ее значительная часть.
Угу. И берем новую. Патрончики. Все. Ладно, возвращаемся на финиш. Финиш. Так, сейчас. Вот здесь. Сохраняем. И завершаем серию. Спасибо, что вы меня смотрели. Надеюсь, вам серия понравилась. Извиняюсь за целых два проигрыша. Ну, как говорится, замечательное свойство человеческой памяти забывать. Все равно забываешь, где тут и там враги стоят. Тем более спустя какое-то такое количество времени, когда долго не проходил игру, забывается, где один там враг стоит, где второй на тебя нападет. Все равно это все как бы порой эффект неожиданности тоже здесь присутствует, когда забываешь. Ну ладно, будем с вами вспоминать, потихоньку проходить. Все равно мы весь проект осилим, это я вам обещаю, гарантирую. В общем, с вами был Алексей, канал Алекс Монка Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи! Подпишись, если хочешь быть в курсе последних событий, и нажми на колокольчик.